Всем привет, с вами Джос Грасс, мы продолжаем играть с Легенда о Зельде, Окарина Времени. В связи на том, что прошли в дерево Андеку, увидели, что оно осквернено, или погибает, что-то такое, не помню, уже было. Получили рогатку, меч и так далее. Щит у нас уже был, да. Так, куда теперь идти только? А, ну понятно куда, да. Логично. Теперь стрелять будут? Нет, не будут стрелять. Так, вниз. А, ну да. Ладно, тянуть. Давайте и того тоже вырубим. Так, хорошо. Ну, что это у нас, пули? Семена деку. Угу. Так, мне кажется, ли там еще есть пауки? Да, там еще один есть. Так. Все, работает. Так, там паук еще у нас остался, да? Давайте попробуем забраться сюда. Если он нас не атакует. Молодец, Линк. Так, я не туда забрался, да? Еще не до конца. Могу я, в общем? А, ну я могу. Нет, не могу, надо сейчас забраться все же. А, сюда не... Блин, не показалось, там есть это... Нормальный... Опора нормальная есть, тут нету, к сожалению. Я могу так его пройти? Да, могу. Хорошо. А, ох, не догнал. Какой паук. Так, тут есть спуск какой-нибудь еще? Наверное, да. Давайте проверим. Да, хорошо. Так, получай, паук. Не попал, Линк. Так, должен попасть вроде, да, хорошо. Победили паука. Большой скулатулы, его самое слабое место, мягкое брюхо. Надо бить, пока он повернется к нам. Черт. Так, раз, два, три. Какого фига ты? Я слишком близко подхожу, да? Да, я слишком близко подходил к нему, ну ладно. А, он жизни дал, хорошо. Даже целых три. Так, ну не думаю, что мне надо сюда спрыгивать. Это было бы глупо, мне кажется. Так, идемте дальше. Куда нам нужно? А, тут их несколько, да? Ну это такая тренировка перед боем, да? Каким-нибудь. Не надо, тут кнопку нажал. Так. Получай, паук. Хорошо. Ты мне не дал сердец, гадина. Ну ладно. Так, нам пойди сюда. Другого прохода вроде бы нету. Чё ты вниз смотришь-то? А, вот как целится. Ой. Как выйти, а? Понятно. Угу. Ну ладно, пойдем. Все, идет. Идемте. Давай, иди, Линк. Ну, это плохо, наверное, да? Что нас закрыли тут? Цветок. Что еще тут есть? Паук, цветок, еще что-то. А это что такое?
Что ты мне скажешь? Похоже, этот светильник еще не так давно горел. Окей. Ну, так и думал. Проход открылся. Нужно ли нам туда спрыгивать? По идее, нет. Там одна только... Палка сгорела. Да, палка сгорела. Там только один цветок, наверное. А там сундук есть, кстати. Может, так это можно добраться? Посмотрим. Что сделаю вот так вот. Так. Да, блин. Получай, гадина. Это большой паук? Да, это кажется... Все, никак не подняться по-другому. Странно. Ладно. Может, у меня какой-нибудь крюк кошки какой-нибудь нету. Ладно. Пойдемте пока. Не можешь вот сюда, надо. А, вот, на кнопка тут есть, понятно. Еще на время. Так, что у нас в сундуке? Уже 7 минут прошло, нифига себе. Ладно, какая-то новая штука, да? Компас. Замечательно. Теперь тебе будет видно, где в этом подземелье спрятан разные предметы. О, это прикольненько. О, жизнь. Так, куда же идти? А, семена, круто. О, снова выросло, мне показалось. Да, выросло. Ха, тут фармиться долго можно. Замечательно. А, у нас больше 30 семян не может быть, окей. Паука где-то еще одного, наверное. Может, это вот это вот. Так, лапки путаю. Угу. Так, ходим. Показываем свое. Yes, победили паука. Умри. Деньги дал. Хорошо. Деньги нам понадобятся. Давайте снова призовем эту штуку. Какой-то странный паук. Что у нас тут? Жизнь. Мне интересно. Чё это? Ну еще раз золотого скутула. Возьми жетон, доказывающий это. И что с ним можно делать? Ну ладно. Так, давайте продолжим дальше наш путь. Куда только вот. Нафиг пауков этих. Возможно, надо вниз спрыгнуть, как вариант. Ну нафига только. Или, возможно, надо всех пауков тут по кругу замочить. Хорошо, давайте попробуем замочить всех пауков по кругу. Я понял, нас все-таки надо вниз спрыгнуть. Мы же пройдем там паутину внизу, давайте. Ну, мы не, урон не получили, по крайней мере. Тут же нет подных врагов каких-нибудь. Скорее всего, есть, то... Сейчас они нам не важны точно уж. Так, блин, не та кнопка. Даже что меня не задело. Хорошо. Ну, семена, ну, у меня уже есть. Там сундук какой-то. Где так? Вон сундук. Я прорусь с помощью меча туда.
Интересненько. Ладно, сейчас проверим. Нет. Наверное, надо поджигать паутину всю эту. Скорее всего, так, да. Так, как он стреляет? Ага. Еще один золотой. Так. Не то нажал. Сейчас паузу открою. Ну, точнее, менюшку. Ну, да. Сейчас. Загрузится оно. Вот. Все. Полезли линк. Золотой осколок. Возьми жетон. То нельзя залезть так просто, ладно. Возможно, мне сейчас это надо. Полезли вверх. Пока что. Там вроде никак нельзя было подняться. Зачем нам прививаться-то? Нет, нам вниз нужно в любом случае. Значит, что-то тут. Ну, палка нам понятно, что нужна будет. Поджигать паутину. Только как подняться он туда вот. Почему он вниз не указывает? Нырять как-то. А, тут залезть, наверное, можно, да. Понятно. Да, вот тут нам намекают, что можно поджигать паутину. Хорошо, да, взяли эту штуку. Так, давай, Линк, поднимайся. На что придумать теперь? По крайней мере, сундук открыть надо. Да. Так, куда дальше? Нам все нужно залезть. Он допрыгнет-то? Мне кажется, нет. Допрыгнет, не допрыгнул. Залезть на то, что тут не может, наверное, да? Может, отсюда может он допрыгнуть? Нет. А палкой он дотянет? Так. А вон там паутина есть. Нам, наверное, туда палку нужно дотянуть. В принципе, это возможно. Вот под шоком. Я дурак. Немножко. Как тогда? Сюда он перепрыгнет, да, он перепрыгивает сюда. Понятно. С помощью палки, да? Берем палку. Теперь надо бежать. Не упасть в воду нормально. Ну, точнее, надо наоборот нормально в воду упасть. Yes. Подожгли. Хорошо. Так, дверь мы открыли, продолжаем. Посмотрим, что у нас тут. Не знаю, кто попал. Опять. Ты. Прости меня, пожалуйста, я больше не буду. Если ты меня отпустишь, я расскажу тебе кое-что интересное. Ведь в моих братьях можно только действие в определенном порядке. Порядок такой. 2, 3, 1. 23. Номер 2-3-1, ладно. Что-то я еще раз сказала. Или оно сказала, пускай оно. Может быть, и он. Hey! Что ты мне хочешь сказать, Нави? Или только тут можно? А, только тут. Крепкие стальные прутья заблокировали эту дверь. Ты не сможешь открыть ее голыми руками. Я так думаю, классно надо, да, стрельнуть, либо что-нибудь такое. Ну да. Было очевидно. Так, а у нас за ней не открылась дверь? Нет. А, фу, она открыта. Кстати, там что-нибудь есть, да? Давайте посмотрим еще что-нибудь. Пойдемте дальше. Так, что тут?
по воду нажми кнопку А, чтобы нырнуть. Хорошо. Часто можно найти что-нибудь интересное. Значит, тут что-то есть под водой, да? Вон там что-то есть, да, я уже вижу. Только что это? Кнопка. Видимо, нам на нее сначала нужно. В любом случае, мне такое чувство. Так, нырять нам вот эту кнопку. Так, нажал, хорошо. Вода спустилась. Замечательно. А, это на время еще. Зашибись. Надо рассчитать все. А сколько на время вот? Линква не залезает, понятно. Хорошо, сейчас сделаем. Так, я снова сейчас активируем. Все равно, в принципе, можно было идти, но очень долго, черт, не попал. Оно очень много времени дает, чтобы пробежать все это. Так, я теперь попал, хорошо. Давай, Линк, беги. Давайте даже присядем на всякий случай. Сам поднимешься, молодец, Линк. А, паук. Так, вот атаковать. Один удар есть. Второй удар есть. Хорошо. Минус паук. Изи. Изи. Лемон сквизи, как говорится. Где-то старая штука уже. Стань рядом с луком, зажми кнопку А, чтобы на него уходиться, теперь удерживай. Можешь толкать или тянуть. Зашибись. Хорошо. Сколько тут еще четвертой стены будет ломаться? Раз. Ним зажми вперед. Ага. Так, что у нас дальше? Ну, толкаем блок, конечно же. Так, не та кнопка. Где-то я такую анимацию уже видел, не могу вспомнить. Ну ладно. Наверное, во многих играх. Так, залезаем. Эти растения. Это стоящие вроде бы растения, так. Давайте их. Черт, я слишком близко подошел к нему. А это вылезает, да? Минус, хорошо. Зато палок, 10 палок можно носить, хорошо. Жизнь. Так, тут поджечь надо, значит, да? Где-то еще враги как будто. Так, не то. Что-нибудь есть? Под потолком, например, где-нибудь? Нет, ничего нету. Я думал, тут залезать уже надо будет. Паук. А, вон он. Хорошо, сейчас прибьем его. Так, подожди, хорошо? Его можно ударить этой штукой? А, не паук, показалось. А. Их нельзя бить палками, жалко. Не в жизни. А, вот, спасибо. Так, там сюда. Опять паук. Отходим. Бьем. Снова бьем почти. Давай, поворачивайся, паук. Я тебя не боюсь. Yes. Прошли дальше, давай, давай, распадайся, ничего не долгат. Так, хочешь, что тут босс будет? Мне так, вот, огромный паук мне такой сейчас будет, мне кажется. Нет? Что-то есть. А это кто? Они прыгают, хорошо. Так, нет. Черт, я хотел стрельнуть, но забыл как. Быстренько стрелять. Так, надо сменить там меч, сменить. Yes, так. Цветок, блин. Так, нацелимся. Могу нацелиться, yes.
Промазал. Ну, у нас щит ультимативный, он не ломается, как палка, странно. Хотя он тоже деревянный, по идее, из палок тех же сделан. Так, тут еще цветок вроде был. Все, не замочил по пути. Так, если музыка там играет, значит он где-то тут. Да, вот он. Минус цветок, хорошо. Жизни бы. Так, что у нас тут надо? Надо поджечь опять, все будет. Так, тут цветок. Зачем он тут нужен? Он может пробить паутину? Его можно через паутину бить. Ну, давайте сожжем просто. И сразу тоже он там сожжем. Хорошо. Замечательно просто. Черт, попал все же. Тут ничего нет. Зачем он тут стоит, цветок этот? Ну ладно. Может, жизни дадите мне? Не дают. Ну ладно. Пойдемте дальше. Так, войти. Так, ты мне специально задом повел, ну ладно. Так, тут есть блок, а, мы сюда пришли, да, понятно. Тут есть... А, и поджечь, наверное, штуку надо, да, как-нибудь? Только как? Мне надо этих гадов замочить. Так, это обычный, и вот так можно. Так, ну палок мне достаточно уже. Жизни нету. Не все время бегать будешь, блин. А, давайте так сделаю. Так, я снова тут. Я себе сохранение начал. Я понял, в тигатов очень надо вот так вот обходить их, пока они ударят. Да уже бить. Так, ну в любом случае надо блок скинуть. Возможно, по нему забраться с костром. Ну, с палкой огненной. Давай, Линк, толкай быстрее. Так, он может туда прыгнуть сам? Да. Так, залезай, Линк. Хорошо. Берем палку. Не так, палка, так вот. Давай, Линк, беги. Сможешь поджечь? А, вот. Давайте падать. Вода тут, хорошо. И жизни. Замечательно. А, они даже так берутся. У нас тут три жизни, да? Мне третье не нужно в любом случае. Тут забраться можно, окей. Ага. Что там, 2-3-1 говорилось? Так, 2-2-2-2-3-1, ага. 2-3... Один. Давай, стреляй по мне. Черт, он подошел. Надо его угол, все. Откуда ты узнал наш секрет? Кто тебе его рассказал? Угу. Похоже, придется теперь поведать тебе тайну королевы Гохмы. Чтобы ранить ее, бей мечом, когда она оглушена. Замечательно. О, моя королева. Простите меня. А вы свалите? Свалили. Хорошо. А там босс нас ждет, да, я так понимаю? Окей. Добьем босса. Так. Но деньги нам не помешают никогда.
Когда она глушена. То есть с нее она будет скидаться, либо стрелять. Давайте посмотрим, какие у нас предметы есть. Там какие-то орехи у нас еще есть, вроде бы, большие. Не помню, они глушают или нет. Сейчас посмотрим. Орех, написано, что это? Не написано, ладно. Вроде они оглушают. Давайте сохранимся. Жизнь все равно не нужна, ну ладно. А, ну вот сейчас и босс будет, да? Ну да, дверь закрылась, конечно же. Тьма. А это плохо. Заходила, да, все. Окей. Рахнит, паразит Гохма. А так, не так работает. Лим, беги. Вон он. Чё это за Resident Evil начался, блин? Чё это за фигня? А, это эти гады. Два надо удара, хорошо. Так, минус, хорошо. Так, что ты нами скажешь? Гоха, он может сообразить живущий внутри дерева Деку. Ее глаз уязвим, когда становится красным. Окей. Ой, не то нажал. Так не попасть. Так, тут трава всякая разная есть. Так, минус один, минус два, минус три, хорошо. Ну где ты, Гохма? Вон он. Она, точнее. Так, прицеливайся, Линк. Скорее всего, три раза она понравится, как во всех играх как-нибудь. Я так понимаю, да? Так, сейчас она опять полезет наверх. В принципе, не трудный босс, да уж. Главное иметь семена на атаку. Давай скидывай, я всех замочу, думаю, сцена. На что же самое, да, она то же самое делает. Yes, победили. Даже? Я надеюсь, она не сбежит сейчас куда-нибудь. Да, победили. Хорошо. Нам что не дадут? Фух. Совсем ничего, только выход, да, наружу. Хм. Ну, зашибись. А, нет. Жизни нам дали. Хорошо. Больше жизни, да.
Так, что же там дальше нас ждет? Прихлопнули паука. Паучиху, да, паучиху. Что, нас телепортируют хоть? Ну да, телепортируют. Это выход был из подземелья. Ух, было напряжно немножко. Надо закупиться всякими вещами, наверное, да? Отлично, Линк. Или это? Отлично, Линк. Ладно, наверное, вот так. Да, это отлично, Линк, да, все же было. Для этого мем можно сделать. Ты спас меня, Линк, я этим доказал свою храбрость. Я знаю, что ты оправдаешь мои надежды. Теперь я хочу тебе... Теперь я хочу тебе кое-что поведать. Ты готов слушать? Давай, выкладывай. Слушай, и очень внимательно. Злой человек из пустыни наложил на меня это ужасное проклятие. Хорошо. Злой человек будет использовать всю свою колдовскую силу, чтобы добраться до священного царства, которое связано с Хирулом. В этом царстве хранится древняя реликвия, символ триединства, в котором заключена сила трех богиня. Трифорс, ну я вижу. До начала времен, до возрождения всего живого. Что он нагинает? Так, три богини спустились с небес в хаос. Каким тогда был Хирул? Эпичненько. Дин, богиня силы. Найру, богиня мудрости. Фароре, богиня храбрости. И что, это большой взрыв? Что происходит? Но мне музыка нравится, в принципе, такая эпичненькая, все. И момент эпичненький. Дин. Своими сильными пылающими руками она создала землю и взяла на ней горы. Найру. Своей великой мудростью она создала небесное светило, даровала миру гармонию и порядок. Фароре. Вдохнув свою душу в безжизненный мир, она создала живых существ, соблюдающих божественный порядок. Завершив великие дела, три богини вознеслись обратно на небеса. И в том месте появились три священные золотые треугольника. Опять. Ладно, с тех пор этот символ является основой всего нашего мира. Иллюминаты, к чертовы. Так, слишком громко. А место мне хранится символ триединства. Чудо там. Черт, не успел. Мне нравится история. Эпично все выглядит. Интересненько. Ты должен остановить человека из пустыни в черных доспехах и не дать ему завладеть священным символом триединства. Этот человек со злым сердцем не должен попасть легендарное священное царство. Он наложил на меня смертельное проклятие. Силы погибают меня. Я чувствую, что умираю. Но даже несмотря на это... Даже несмотря на то, что ты смог разбить его чары, я было обречено с самого начала. Скоро меня не станет. Но сейчас это не важно. Я успел... Пускай я успел. Потому что все дерево, оно... Ну, сам-то дерево, да? Как говорится. Я успел рассказать тебе о многих важных вещах. Ты последняя надежда Хирула. Опять мой герой, ну ладно. Линк, отправляйся в замок Хирула. Там ты должен встретиться с принцессой судьбы. Возьми с собой этот камень. Камень, который... Извините. Мне просто смешно от слова камень. Тебе дают какой-то камень. Иди кидай им. Камень, который так хотел заполучить злой человек, и из-за которого он наложил на меня это проклятие. Что это у нас? Там прибавить силу, магию даст, может быть, или что?
получил изумруд Кокири, священный камень леса, верила тебе великое дерево Деку. Будущее зависит от тебя, Линк. Не страшись ничего. Фея Нави, помоги Линку исполнить мою волю. Молю тебя, Нави. Прощайте. Все. Так быстро. Ну ладно, жалко дерево. Идем за Махирула, Линк. Прощай, великое дерево Деку. Блин, грузненько стало даже. Ну, все, давайте на этом закончим. Так, ты нас не пускаешь, хорошо. Не пускай дальше. Всем пока, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. А ты, Линк, смотри в камеру, блин. Не отворачивайся.